теперь? А что будем рассказывать? Про банк, как мы... Мы открыли банк. Ой, вот как... Мы открыли счет. Мы открыли банк. Нет, мы открыли счет в банке. Спасибо всем, кто посоветовал нам, все, кто переживал за нас. Действительно, ну, как бы, может, я некорректно ставил в банках вопросы, но действительно, это что такое? Мы открыли банк. Мы открыли счет в банке. Ну, заговорился. Хорошо, все рассказывай. Ты вообще только что... Вообще слово сказать. У нас маленький праздник, мы открыли счет в банке. А до этого мы снимали дубль, и Вова сказал, мы открыли банк. Да, банк мы не открыли, мы открыли все, счет в банке. Большое спасибо. Ну, вообще космос. Кристина говорит, возьми леденец, чтобы я не квакал, но я не могу. Так вот. Открыли мы счет в ING. Сервис действительно прекрасный. Спасибо Виталию, который подсказал. И не только. И не только Виталий. Спасибо, это имя никак не могу запомнить, Виктору из Варшавы, который сказал неправильную вещь. Говорит, заходишь в банк и говоришь, счет для нерезидента, конто для нерезидента. Все. И в принципе тебе говорят да или нет. В основном говорят да. Вот в ING сказали да. Замельдование писем не спрашивали. Не, ну мы дали, что просто когда спросили адрес, мы показали, что у нас все есть, что мы нормальные, белые, пушистые. Все было быстро, обслуживание отличное. Прям там помогли зарегистрироваться в интернет-банкинге. Не, я бы сам смог, но сам подход очень понравился. То есть предложили чай, кофе, воду. Капучино не предлагали, но, в общем, было действительно классно и очень приятно. То есть, да, действительно, что-то можно там открывать, вот писали поляки, еще там через М-банк, еще, но мне хотелось сделать это по старинке, через, ну, общаясь с живыми людьми. Ну, вот, не знаю, хорошо, плохо, но вот так вот. То есть, мы открыли, карточка придет через до 8 рабочих дней. Да, то есть, карточка пока не пришла, но... Вот, то есть открытие счета бесплатно, обслуживание там бесплатно, платежи. Это вот. В злотых. Да, это единственное, что это в злотых. Если ты открываешь счет в валюте, то курс будет так. Вот мне понравилось, вообще супер. Ну, девушка, которая нас обслуживала, она сказала, что говорит, можно открыть счет, то есть все нормально, но первый минус, это если вы с этого счета, во-первых, карточка уже к долларовому, допустим, не привязывается, есть карточка только в евро и, по-моему, в фунтах, да? Не, или к евро, неважно, то есть, допустим... Ну, в общем, если счет долларовый, то... Валютный. Доллар, не злотые. Конкретно доллары. Да. Особенно, да, то если доллары. Карточка не выдается. Это раз, а во-вторых, когда ты платишь куда-то, ну, допустим, за школу, за квартиру, за интернет, то будет там чуть ли не 40 злотых за операцию. Ну, в любом случае невыгодно. Но если ты там с валютой, еще интересно, что ты если с валютного счета на свой златувку свою, как бы, ну, меняешь доллары и перечисляешь, да, то это бесплатно, но... Она так как бы совершенно спокойно, открыто в лицо говорит, вам будет выгоднее пойти вот здесь рядом в Кантор и там поменять и принести, потому что наш курс будет, ну, таким не очень хорошим. Вот, ну, мне это тоже очень понравилось, поэтому... Это то, что я рассказывала, что поляки такие, или я не помню, на камеру или так, когда там, а можно вот так? Можно! Лучше. Они такие... Да, они прямо не говорят, да или нет. И очень хочется сделать как лучше. Тем более нам это да, выгодно. Да, то есть очень, да, очень... Ну, короче, если... Ну, нам понравилось, мы открыли. Все, приятно, было, все, да, нормально. Приятно. И... Ну, в общем... Ну, с ING мы проверили, нам нравится. То есть через месяц-два... Пока нравится, да. Вот, ну, пока все. Угу. Да. Ну, как-то так.